Постановка «Чудо святого Антония» основана на сатирической легенде Мариса Метерлинка. Спектакль впервые увидел свет 13 ноября 1921 года на московской сцене. Это история о том, как неожиданное воскрешение умершей тетушки нарушает планы родственников, уже поделивших между собой наследство. Героям пьесы предстоит переосмыслить вопросы жизни, смерти и человеческих отношений. Самарские зрители могут увидеть постановку на сцене Самарского художественного театра. Люди в этом спектакле увидят себя, как мы часто тратим свою энергию, силы на какие-то очень материальные вещи, которые нас окружают, и уходим от духовности, так скажем, от чего-то духовного, от близкого, от родных. Собственно говоря, духовный – это и есть человек. По словам артистов, постановка насыщена событиями, а у зрителей есть возможность испытать всю гамму чувств и эмоций. Это прекрасный спектакль, я думаю, это жемчужина нашего театра, очень интересный. Пускай он длится совсем недолго, где-то около часа с лишним, ну немного, но настолько он наполнен событиями. Своими эмоциями поделилась ведущая актриса театра Алла Набокова. Она исполнила в спектакле главную женскую роль. Эмоции у меня самые сильные. Мы вообще всей труппы, я выражу мнение всей труппы, мы в восторге от режиссера Максима Меломедова. Это очень взрывной, совершенно неожиданный, невероятный, энергичный режиссер, который сметает все своей энергией. У него масса великолепных идей. Репетировать с ним одно удовольствие. 24 сентября зрителей Самарского художественного театра ждет новая постановка — спектакль «Метель» по мотивам произведения Пушкина. Галина Топилина, Августина Охременко, Константин Головин. События.